Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы с вами продолжаем наш плейлист. Приятно видеть, что учите английский с огромным удовольствием, как пишете. I learn English with great pleasure. Мы с вами переходим к практике. Итак, переводим. Я улучшил свой разговор на английский, аудирование и грамматику. Я улучшил. I improved свой, то есть мой, my, разговор на английский, my speaking, аудирование, listening, и грамматику, and grammar. I improved my speaking, listening, and grammar. Я закончил свою работу час назад. Я закончил. I finished свою работу, то есть мою работу, my work, час назад. Час, an hour, назад, ago. I finished my work an hour ago. Это удивило меня. Это удивило. It surprised меня, me. It surprised me. Мы часто путешествовали. Мы часто, we often, путешествовали, traveled. We often traveled. Я старался путешествовать каждое лето. Я старался. I tried путешествовать, to travel, каждое лето. Every summer. I tried to travel every summer. Эти новости действительно удивили меня. Эти новости. Эти. This. Новости. News. Действительно, really, удивили меня. Удивили, surprised меня, me. This news really surprised me. Она повторила это снова. Она повторила, she repeated это снова. It again. She repeated it again. Он повторил свой вопрос еще раз. Он повторил. He repeated свой вопрос, то есть его вопрос, his question, еще раз. One more time. He repeated his question. One more time. Я закончил эту работу 2 месяца назад. Я закончил. I finished эту работу, this work, 2 месяца назад. 2 месяца, 2 months, назад, ago. I finished this work 2 months ago. Это действительно удивило меня. Это действительно, it really удивило, surprised меня, me. It really surprised me. I improved my speaking, listening and grammar. I finished my work an hour ago. It surprised me. We often traveled. I tried to travel every summer. This news really surprised me. She repeated it again. He repeated his question one more time. I finished this work 2 months ago. It really surprised me. Я улучшил свой английский здесь.
Я улучшил. I improved свой английский. My English здесь, here. I improved my English here. Я улучшил свое аудирование. Я улучшил. I improved свое аудирование. Свое, то есть мое. My аудирование. Listening. I improved my listening. Он женился на ней в прошлом году. Он женился. He married на ней. Her в прошлом году. Last year. He married her last year. Они вели себя очень плохо. Они вели себя. They behaved очень плохо. Very badly. They behaved very badly. Я закончил школу 5 лет назад. Я закончил. I finished школу. School 5 лет назад. 5 лет. 5 years назад. Ago. I finished school 5 years ago. Он повторил эти слова. Он повторил. He repeated эти слова. These words. He repeated these words. Видите, если медленно. He repeated these words. А если быстро, то немного сливается. He repeated these words. Но опять же, слушайте фоном, и уже будет намного проще. Далее. Я действительно улучшил свой английский. Я действительно. I really улучшил, improved свой английский. My English. I really improved my English. Он путешествовал каждый год. По умолчанию используем британский вариант правописания. Он путешествовал. He traveled каждый год. Every year. He traveled every year. Я улучшил свой разговорный английский. Я улучшил. I improved свой разговорный английский. My speaking. I improved my speaking. Я действительно улучшил свои знания. Я действительно. I really улучшил, improved свои знания. Свои, то есть мои. My знания, knowledge. I really improved my knowledge. Они вели себя очень хорошо. Они вели себя. They behaved очень хорошо. Very well. They behaved very well. I improved my English here. I improved my listening. He married her last year. They behaved very badly. I finished school 5 years ago. He repeated these words. I really improved my English. He traveled every year. I improved my speaking. I really improved my knowledge. They behaved very well. Мы закончили этот проект в прошлом месяце. Мы закончили. We finished этот проект
this project в прошлом месяце. Last month. We finished this project last month. Я закончил школу. Я закончил. I finished школу. School. I finished school. Я общался с различными людьми. Я общался. I communicated с различными людьми. С with различными людьми. Different people. I communicated with different people. Я улучшил свою грамматику очень сильно. Я улучшил. I improved свою грамматику, то есть мою грамматику, my grammar, очень сильно. Greatly. I improved my grammar greatly. Я сильно улучшил свои знания. То есть, дословно, я улучшил. I improved свои знания. My knowledge сильно, a lot. I improved my knowledge a lot. Я улучшил свою грамматику. Я улучшил. I improved свою грамматику. My grammar. I improved my grammar. Я улучшил свой английский очень сильно. Я улучшил. I improved свой английский. My English очень сильно. Greatly. I improved my English greatly. Я закончил свою работу 2 часа назад. Я закончил. I finished свою работу, my work, 2 часа назад. 2 hours ago. I finished my work 2 hours ago. Он вел себя очень плохо. Он вел себя. He behaved очень плохо. Very badly. He behaved very badly. Я перевел эти слова. Я перевел. I translated эти слова. These words. I translated these words. We finished this project last month. I finished school. I communicated with different people. I improved my grammar greatly. I improved my knowledge a lot. I improved my grammar. I improved my English greatly. I finished my work 2 hours ago. He behaved very badly. I translated these words. Я закончил это час назад. Я закончил. I finished это it час назад. An hour ago. I finished it an hour ago. Я общался с людьми из других стран. Я общался. I communicated с людьми with people is from других стран. From other countries.
I communicated with people from other countries. Она вышла замуж за него 2 года назад. Она, she, вышла замуж за него. She married him 2 года назад. 2 years ago. She married him 2 years ago. Он закончил это час назад. Он закончил. He finished. Это. It. Час назад. Если просто час назад, мы скажем an hour ago. А как сказать 1 час назад? Он закончил это 1 час назад. He finished it 1 hour ago. То есть и так употребляется. Если мы хотим конкретизировать, то есть чтобы более конкретное было, то есть именно час назад, 1 hour ago. А так очень часто мы просто используем выражение an hour ago. He finished it 1 hour ago. Эти новости удивили меня. Эти новости, this news, удивили, surprised меня, me. This news surprised me. Можно, к примеру, добавить очень сильно. Greatly. This news surprised me greatly. Вот на самом деле, когда мы используем такие более сложные слова, это говорит уже о более высоком уровне. Это очень важно. То есть, если сказать this news surprised me, может быть, это уровень, но не beginner, то есть это более высокий уровень, но если greatly, то это уже ближе к среднему уровню. Это предложение. This news surprised me greatly. Отлично. Те новости сильно удивили меня. То есть, те новости, that news, сильно удивили меня. То есть, удивили, surprised меня, me, сильно, a lot. That news surprised me a lot. Я общался с носителями языка. Я общался. I communicated. С. With. Носителями языка. With native speakers. I communicated with native speakers. Я общался с людьми из различных стран. Я общался. I communicated с людьми, with people из, from различных стран, различных, different стран, countries. I communicated with people from different countries. Повторим. I finished it an hour ago. I communicated with people from other countries. She married him 2 years ago. He finished it 1 hour ago. This news surprised me greatly. That news surprised me a lot. I communicated with native speakers. I communicated with people from different countries. Я общался с различными людьми из других стран. Я общался. I communicated с, with различными людьми, with different people из, from других стран. From other countries. I communicated with different people from other countries. Отлично. Мы продолжаем данный плейлист.